Ой, привет, мои дорогие. Начались скидки, предновогодние скидки. Идем в City Mall Deira. Может быть, что-то купим, может, что-то померяем. Берем вас с собой. Не знаю, что, но у меня желания покупать ничего нет абсолютно. Мне как-то ничего не надо. Ну, сходим, посмотрим, поглазеем и заодно зайдем поужинаем там. А в Карифур, не знаю, получится зайти или не получится. Во-первых, мы поздно уже идем и полдня провалялись, до 4 дня провалялись на бассейне, после 4 там уже холодно, все, пока переоделись, помылись, подкрасились. Время достаточно так и немало прошло. Ой, а шопиться и мерить – это наше любимое дело. Кстати, очень нелегкое, да, девчонки? Но куда деваться? Скидки, надо сходить. Я, конечно, надеюсь, может, в Adidas будут скидки. Ну все, пойдемте с нами шопиться, мерить, ужинать. Начались скидки. Как без шопинга? Платье себе такое нашла. Большой размер, правда. Летящее, легкое. Хорошая. Но большовато. Для Арабских Эмиратов длина вообще невесомая. Джинсики нашла на резиночке. Но так не нравится мне, как они тут сидят. Вообще что-то вот с чем-то. Это вот кафта. Все очень дешево стоит. Ну, сейчас буду мерить много кофт таких. Угу. Нет, джинсы не фонтан. Как эти ползунки. И вот такой. Как он называется? Скажите мне, свитшот или что, с капюшончиком? Здесь вот не наклеено ничего. Беленький. Маловат, да? В октагон. Ну, померили. Чуть укороченные, мне понравилось. Смотрите, какая. Ну, штаны уже мои белые. Вот она мне так понравилась. Укороченная, необычная, неплохая. Штаны упали. Ну, что там? Ну, подумаю. Короче, дело к ночи. В общем, я со своими штанами белыми оставила вот эту беленькую, желтенькую. Такую интересненькую, она свободненькая. Рубашку красную брать не буду, что-то как не ахти. А вот это вот мне понравилось. Ее беру 30 дирхам. Умножить на 18. Нормально. Что-то я беру. А. Вот я сегодня вас развлекаю шопингом своим, да, примеркой. Мерю, ничего не беру. То, кстати, желтую куфту тоже не взяла. Сейчас взяла такой, все, мне мечта платье купить. Вообще бесподобная вещь. Так, чья она? Из магазина. Макс. Ткань очень хорошая, но как-то опять вот что-то. Что-то мне не нравится. И вот еще одно. Дома ходить. Знаете, так на смену, на пляж. С разрезиками. Легенькое. Но оно мне велико. Хотя у нее рукав приспущенный, да? Ну куда такая ширина? Ну стоит все, знаете, сколько? 19 дирхам. Хлопок вообще снимать не хочется. Такой прям. Приятное. И вот комбинезон такой в горох. Ну да, горох это не мое, слишком крупный горох. Так, в принципе, размер мой. Ну, карманчики, все. Стоит всего 40 дирхам. Но не мой. И вот. Наверное, возьму я вот этот блузон.
Он такой пудровый, розовый. Воротничок хомутик. Замечательный. Рукав, ну, смотрите, какой. А ближе подойти, он такой, как бархатный. В общем, вот все, что я выбрала. Вот. Его, наверное, возьму. У нас же все-таки зима. Шопинг никогда не закончится. Нарвались на дешевые футболки. Ну, недорогие. А, опять же, в этом Макс по 25 дирхам. Две берешь, там чуть дешевле выходит. Вот это такая в цветочек. Сзади она не в цветочек. Вот такая у нее длина. Качество, конечно, бесподобное. Сейчас буду другую надевать. А вот смотрите, какая хорошенькая. И длина у нее. Такая, она темно-синенькая. Вот здесь стразики. Мне прям она вообще нравится. И стройник, да? Правда? Мне чуть не нравится. Стройник. А, ты снимаешь? Угу. Вот другая розовенькая. Чуть подлиннее, у нее тут здесь бахрома. Вот такая необычная здесь бахрома. Освежает. Ой, ребят, на прическу не смотрите, все. Устала вообще не надо. Я бы же давно ушла, если бы не галинку. Давно бы уже ушла. Она ходит мерить, но я мерю тоже. Ну вот это тоже какая-то такая интересненькая, да? Интересненькая. Можно взять синенькую, розовенькую. И вот такая вот еще. Она темно-зелененькая, и в ней с коктейлями, с лимончиками. Тоже так неплохая. В общем, я на распутье, какую брать. Что мне брать? Все равно не успеете ничего мне посоветовать. Синюю, розовую. Синюю, розовую. Вот эту брать, не брать. Уже не знаю, синюю мне брать или нет, или вот эту взять. Синюю мне кажется, как лежит у меня дома. А это необычная. Вопрос нелегкий, нелегкий. Шопинг нелегкий. Женщины мне поймут. Да, девчонки? Ой, все, девчонки. А вот это вообще же мой цвет. Все, не могу уже. Все, не знаю, что брать. Хоть все четыре бери. Вот видите, какая красивая. Видите, какая в ней яркая. Прелесть. И рукав у нее такой, как у блузки. Лучше, да? Уже не знаю. Нужна мне эта зеленая. Не буду, наверное, зеленую брать. Наверное, возьму вот эту. И розовую. Ужас, ужас, просто кошмар. Футболки не выберешь. Что там о платье говорить, а? Какой кошмар. Зато веселье у вас. Наконец-то. Мерили, мерили. Купили по одной футболке. Идем теперь есть. Заказывать еду. Не представляете, знаете, сколько времени? 11:30 ночи. Карифур все работает. Мы идем есть. Идем есть. Что ты там увидела? Галинка что-то увидела. Ты что увидела? Мороженое. Мороженое, да? Ну, пока нет мороженого. Да. Какое мороженое? Твои себе, у меня желудок. Желудок, восстай! Сейчас пойдем что-нибудь поедим. О, тут хорошо, людей никого нет уже. Ну, что, 11:30 ночи, одни мы шляемся. Ну, некоторые тоже шляются, видите, едят. Еще едят, еще едят. 11:30 будем есть. Обалдеть. Взяли мы еды вот в этом. Умеете читать? Читайте. Вот такую еду. Взяли порцию на двоих. Лапша. И, Галь, как она? Рисовая лапша, да? Рисовую лапшу мы взяли. Вот это вот мясо вкусное, очень сладкое-сладкое. Тут еще соевый соус и овощи. Объезд. И нам еще дали бесплатно водичку. Вот. Сейчас будем пробовать. Ну что, приступаем к дегустации. Тарелка на двоих, потому что порция очень огромная. Это рисовая лапша. Вкусная. Вот это мясо, это курочка. Тут
курица. Мне кажется, курочка. Сладкая-сладкая. Такое ощущение, в каком-то медовом соусе. Ну, здесь еще и соевый соус чувствуется, да? Вкусненько. Салатиков у них уже не оказалось. Надо думать, люди, 12:30, все пожрали уже. Ручки тушеные вкусные. Опять ем, да. Опять я ем. А как вы хотели после шопинга? С ума сойти можно. Галинка так уплетает, у нее даже до речи пропал. Она не разговаривает, но ест и ест, сидит. Пока говорим, мне больше достанется. Ну, смотри, пока ты говоришь, мне больше достанется. Да, вкусная лапша. Да вкусная лапша. Это что, обычную там эту лапшу что брать? Мы что, дома едим рисовую лапшу? Вот. Сидит на ложке, вилке, свесив ножки. Видите, как ем салфеточка. Ладно, буду доедать. А то сейчас Галинка, правда, все слопает. Пока-пока. Пошопились на славу, вернее, намерились мы на славу. Всего доброго, всего хорошего. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой фейсбук, на контакт. Просите ко мне друзья. Всех в друзья, всех приму. Все. С вами сегодня была ваша Света. У нас еще завтра распродажный день. И кто-то мне написал, просил снять наш этот, как он называется, мол, Сити мол? Дейра. Сити мол Дейра, да? Сити мол. Сниму. Записались на завтра на пляж. Поедем на пляж. 9 утра, не знаю, встанем, нет. Мы еще никак с холл не уйдем. Устали от шопинга. Надо идти, укладываться, спать. Время. Сколько время уже? Галь, час? Час, да. Ой, ладно. До завтра, до утра.